Нет, даже планов всяких не было. Ну, ответь, пожалуйста. На что ответить? Ну, же планов каких не было. Каких планов? Ты ведешь эфир. Каких планов? Ну, выебать, её даже планов не было. Блять. Не было. Реально? Гримлок, черт. Внимание. Я обвиню его. Как он, блядь, бьёшь там? Ой, прости, Костя, ты же эфир идёшь, да-да. Да, Гога, Гога, Гога. Гога меня бьёт, я сломал мне ногти. Вот прям вот, вот так. Все бывает. Побрыл под ноги, блядь, я только поэтому футболку надел. Когда фит с вейпером? Чё с гримлоком, пацаны? Болван, юха, муж! А ты просто вопросы читаешь, ты на них не будешь отвечать? Потому что я сильнее. Я не могу дать сдачи. Пацаны, это пиздец. Охуеть, и что делать, блять? Когда концерт в Хельсинках? Когда купят клуб-шоу у меня, европейцы? Когда я сделаю визу? Когда фит с Эйшот? Говорят, пиздец лютый тип. Эйшот, пиздец лютый тип. Будет. Кабину попроще. Ханоша. Почему тебе так смешно с этого вопроса? Когда концерт в Германии? Охуенный вопрос. Очень хочу. Чё с Фэнди? А чё с Фэнди? Фэнди норм, пацан. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Чё с ноздрями? У меня нос красный. Very high quality Гога. Гримлока отшили, он больше не с пацанами, он чушпан. Разъезд, чушпаны! Что у нас на телеке включено по-братски? Нахуй ты отъебашишь, я кетамин не ебашу. Видел слив 7-й серии «Слово пацана»?
Я только на пятый пока что. Смог у оппонентов. Ашот, доброй ночи. Будут переснимать. Бля, я не хочу смотреть ее тогда. Че там с твоей заявой? Да пацаны каждый день заявление пишут. Так же мужики делают, да? Меня в инсте только разблокали этот эфиры. А когда не писали, были? Не надо так делать. Пожалуйста, не надо делать. 3500? 3500? Покажи футболку. Все видят футболку, прекрасно. Аккуратно, блядь. Че куришь? Уж она. Ответь что-то. Что? Ответь что-то, поугрожай. Нет. Ты как относишься к этому? Да пиздец, иди нахуй. Ну ты тот, кто в чате писал. Я понял. Гога, были отхода от мефа. Очень серьезно. Ни разу не нюхал меф, клянусь жизнью. Давай Андрея побреем на лысо. Это все от него зависит, хочет он или нет. Это именно его желание. Хочет ли он остаться с волосами? Или он хочет вступить, ну, к пацанам прийти? Сука в рубашке сидит. Не чушпан, нет. Все, давай, блядь. Я не повірю.